Мотор, камера. Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня уникальный день. Меня зовут Отмянина Юлия. И я вместе с единомышленниками сегодня озвучиваю поющими хрустальными чашами Загорское море. Дело Дэвида Брауна, Хосе Аргуэлеса, Радуги Романовой живет по сей день, несмотря на то, что некоторых учителей уже нет. И звук поющих хрустальных чаш помогает объединиться со всеми землянами, чьи сердца бьются в унисон ритма 13-260. И мы сейчас проведем медитацию, и я капаю 3 капли зеленого помандара своим друзьям и единомышленникам. И чтобы можно было ощутить новые элементы света и запахов, зеленый помандар помогает нам соединиться с сердцем, и мы промакиваем ладошку вот так вот, Дима, вот так промакиваем ладошку и опахиваем свое поле, наполняя свое пространство новыми химическими, эфирными, ну, в смысле, происходит некая химия, и проводим делаем три глубоких вдоха, ощущаем, как новый запах попадает к нам вовнутрь, как происходит соединение с самим собой. Все отходит на второй план и синхронизируется тело, разум и душа. Поющие хрустальные чаши – это уникальный музыкальный инструмент, настроенный на 7 нот, который позволяет услышать свое сердце в синхронности с сердцем Земли. Также у нас есть плоская била, которая настроена на 9,6 Гц, на ритм Земли. И именно сегодня, в ночь синей магнитной руки, на желтую лунную звезду, мы начинаем сотворять новую реальность звучания. Синяя рука открывает целый волновой модуль на 13 дней. Именно в этот день происходит синхронный порядок соединение с Луной, магнитной Луной цели. И мы именно сегодня ставим глобальные цели на 13 дней, 13 лун, и можно замечтать на 13 лет. Поэтому сегодня, переходя ночи, мы решили провести эту практику, чтобы помечтать в тишине природы, соединиться с водой, землей, воздухом и эфиром вместе с поющими хрустальными чашами.
знание науки времени, галактическое, соединяется со звездами. И именно сегодня мы призываем всех ангелов и архангелов, звездных братьев и сестер, всех тех, кто заинтересован в том, чтобы знание науки времени, ритма синхронизации открывало сердца единомышленников. Возможно, камера не ловит, но сейчас абсолютно чистое звездное небо. И звезды так близко, как будто бы они смотрят и открывают в нас новые ключи осознания. Каждый, кто знает свой кин судьбы, услышит зов и начнет погружаться в азы нового времени, в азы науки времени. Чтобы синхронизировать свою жизнь с природными, земными, солнечными, галактическими и вселенскими ритмами. Выражаем глубокое намерение открывать телепатическое единство и действовать по законам действия артурианских шахмат. Это означает любые свои действия предлагать как дар от Галактической Федерации, вкладывая свою душу, свои мысли, слова и поступки, находясь в постоянном служении этому миру. И пусть наука времени станет открывать свои знания всем тем, кто будет просить эти знания от всего сердца.
пусть все учителя науки времени во всем мире объединятся. И зазвучат в единстве многообразие. И пусть каждый новый ученик вносит свою посильную лепту творческого раскрытия потенциала. Безусловной любви, отношениях, ценностях жизни объединяться. И пусть каждый человек, у кого есть камера, разум, искренность, станет естественным автором собственной жизни в новом ритме, в новом творчестве, проявит своего настоящего гения. Мы благодарим вас за просмотры, за участие. Будем благодарны за комментарии. Приходите на Радио Галактической Федерации в Телеграме. Ставьте лайк. Пишите свои идеи. И пусть наше сотворчество станет реальностью. Стоп, снято. Thank you.